Инновации – это огромный шаг в инновациях. И как господин Рольф об этом говорил, мы первый раз провели перед изготовлением такого продукта самые сложные научные исследования. Обычно это могло занять год, два, три, четыре. Под конец это потребовало 3 миллиона евро инвестиций. И, конечно, мы нашли кое-что, что стало эксклюзивно принадлежать только PM International. И я хочу поблагодарить Рольфа Зорга за ту веру в нас, что он нам дал возможность провести все эти расследования. Здесь мы видим силу PM International, веря в инновации. Этот продукт создавался вместе с нашими научными партнерами. И, как говорил господин Рольф Зорг, роль наших продуктов – это дать здоровье как можно большему количеству людей. Это была визия, но благодаря специальной стратегии она стала реальностью. Well, that was a very long, long way to go. Да, это была длинная дорога. It was a high risk. Это было много высоких рисков. Failing to find something that... Конечно, много шансов, что мы не найдем, чего мы ищем. Kind of scientific heaven. And это знакомо каждому ученому. As I mentioned before, an ultimate in vitro system. Все это проходило на Ultimate In Vitro системе, все тестирование. Мы испробовали сотни разных сочетаний и ингредиентов, чтобы выработать самую высокую биоактивность. So we found... И мы нашли, нам было очень важно найти самые чистые ингредиенты, сырье, которое будет на самой экологической высшей ноте чистоты. Мы имплементировали особенные новые технологии, которые... повышает эффективность наших ингредиентов. Мы не пойдем в научные детали, это было бы слишком все научно звучало бы. Но я хочу обсудить следующий шаг. И эти исследования заняли для нас годы. Множество цифр, тестов, исследований. From a lab scale to a large scale. И нам было очень важно, чтобы повысить результаты эффективности. И, конечно, чтобы этот продукт получил бы патент и работал по системе НТЦ. What we mentioned before, first time ever we go for a patent for an exclusive extract, but in... И первый раз мы получим патент не просто на продукт, но на эксклюзивный ингредиент, который есть в составе этого продукта. Вот это самое большое открытие. Sure. Publications, I call it the kind of business cards for scientists. We need them. Насчет этого уже есть или готовятся научные публикации. И это очень важно для каждого ученого. Это служит научной публикацией, служит как визитные карточки для каждого ученого. И для каждого ученого, который работает в молекулярной физике, в этих биотехнологиях, это особенно важно. За историю PM International это одни из самых серьезных исследований, за которыми последуют
статьи в научных журналах. Я помню звонок от профессора, это было 10 часов вечера, как он мне позвонил и сказал: «Ты знаешь, я, кажется, нашел это работает». Мы даже сами лично тестировали в течение этого изготовления и пробовали, как это работает. Many scientific discoveries gather really like dust in cupboards. Производится очень много разных, ученые обычно генерируют очень много разных идей, но чаще всего они оседают где-то так и не реализованные. А наш продукт прошел длинную дорогу, и в конце мы имеем сногсшибательный результат, эффективность которого подтверждает официальные научные исследования и статьи. It's different. PM International gives us the resources. PM International создала нам условия. And science demands. Создали нам условия и ресурсы для того, чтобы мы могли создать такой продукт. И мы благодарны за это этой компании. Это результат нашей успешной коллаборации. And then there were 13,000 in the hall. And кто-нибудь из вас помнит, как было 25 лет компании юбилей? И господин Рольф Зорг поделился своими мечтами, идеями насчет будущего PM International. И он сказал, что он надеется выработать следующие 5 лет вообще новую концепцию изготовления продукта, начиная от изготовления сырья для будущих ингредиентов. И вот его мечты, его визия стали явью. So there's something beside, and then you get the fruit, the guava fruit. И, конечно, тут в составе я... готового экстракта надо 1 тонны фруктов. Просто представьте, вырастить 1 тонну фруктов, собрать, перевести, и из этого всего получится лишь 1 готовый килограмм экстракта. Из деревни, где это выращивается, они перевозятся со специальной транспортировкой, и это очень тоже очень важная часть, чтобы не были эти фрукты, овощи никак повреждены. Но это опять-таки гарантирует безопасность и чистоту наших ингредиентов. Это была тяжелая работа уладить вот все эти детали. Let's call it challenging. Это было много вызовов, особенно изначально, с того момента, как срываются фрукты с деревья, до того момента, как они достигают лаборатории. Это длинный путь. И транспортировать потом жидкий экстракт, переделывать, чтобы он был в порошке, тоже занимает и тесты, и время, и инвестиции. Но мы справились с этим.
must. So there was not a discussion. If it's only for one country, it has to be for all the world. И мы знали, что мы захотим, чтобы этот продукт был доступен во всех странах. Contains the guava extract. Но знаете, что самое интересное? Этот фрукт, гуава, не в каждом фрукте есть этот экстракт гуавы, что может показаться очень странным, но это так. Не каждый фрукт обладает этим бесценным экстрактом. Но мы имеем особенные технологии, которые помогают идентифицировать, есть ли этот экстракт в рутнгри или нету. Что это означает для нас? Что наше сырье тестируется многократно. Потом оно еще на уровне сырья, конечно, потом университетскими учеными, и я очень рад, что мы можем вам представить все эти новости. Мы проводим особенный просмотр и тестирование биоактивных веществ. Химический анализ. И это гарантирует уникальность всех компонентов. Мы сразу видим, это будет биоактивное вещество или нет. Мы будем ли его употреблять или нет. To our lab will also be checked in vitro to test for its bioefficiency. Каждое сырье будет проверяться in vitro каждого эффективность его. И только тогда, когда эта биоэффективность подтверждается, только в том случае сырье будет употребляться в изготовлении продукта. Именно вся эта сложная система, она гарантирует безопасность и чистоту конечного продукта. So we will not go with the secrets here everywhere in the broadcast. So, but I'll show you how it works. So, first of all, I would really like to thank you once again. Итак, я еще раз хотел бы поблагодарить господина доктора, профессора Мартина Вегубера за эту кооперацию научную. Потому что, конечно, не все ученые смогли присоединиться, но этот человек, который заслужил наши аплодисменты этой 9-летней работы вместе с PM International. Thank you. Thank you so much. Спасибо большое. And this even was a surprise for Mr. Wegruber because it's not on our cards. So then, but there's a reason why we go through all of this. You know? Да, ваши аплодисменты были сюрпризом для доктора. Go for all the things. Ib White plays a big role. And so almost everyone says. В этом проекте участвовали еще многие ученые. Under the discussion worldwide. Привлекали знающих людей из всего мира. Очень много людей знают, что это такое метаболизм, что это такое углеводы, как работает метаболизм, от чего зависит обмен веществ в нашем теле. Но многим людям также эта тема не знакома. И я хочу вам представить человека. Это президент компании, ведущий исследования, как работает обмен веществ и некоторые витамины в нашем теле, и он нам расскажет более подробно о работе углеводов и обмене веществ. His scientific focus
is on the study of the role of essential nutrients in health. Его научные статьи мы можем найти в самых серьезных научных произведениях. И, конечно, этот человек является членом нашего научного совета PEM International. Его знают во всем мире в сфере углеводов. Спасибо за представление. Мне очень приятно поговорить с вами, насколько важен уровень сахара в нашей крови и в нашем... Мы знаем, что повышенный уровень сахара, слишком много углеводов, это не здорово для нашего тела. И мы ответственны, сколько и чего есть и употреблять. Откуда приходит, как появляются в нашем теле углеводы? Это черный сахар, который вообще не нужен. Сколько углеводов можно употреблять и даже рекомендируется? Углеводы нужны для нашей энергии и способствуют созданию макронутриентов. И, естественно, мы должны получать какое-то количество углеводов. Самая важная функция углеводов – это обеспечивать наш организм, наш мозг, нашу нервную систему энергией. И, конечно, мы получаем углеводы через еду, которую мы употребляем. Это сахар, фрукты, даже овощи имеют сахар. Он может приходить в наш организм как фруктоз и как глюкоз. Очень важно, чтобы еда, в которой высокий уровень углеводов, приносил нужное количество глюкозы. Почему? Потому что глюкоза тоже играет важную роль. Микрофибры помогают повысить абсорбцию глюкозы. И это помогает держать здоровый вес, не слишком завышенный. Употребление углеводов важно, но должно регулироваться. В маленьком кишечнике очень важна транспортировка протеинов, белков. Здесь на слайдах вы можете посмотреть, как это работает. Транспортируется только маленькое и нужное количество, потому что по-другому сахар, это как глюкоза, транспортируется в наши кровяные, через наши кровяные сосуды и слишком резко повышает уровень глюкозы. В составе работают полифенолы, минералы, которые тоже способствует переносу энергии. И они тоже нужны нашему организму. Первый слайд. Мы проводили исследование, и первая группа получала экстракт из яблока. И уровень глюкозы был ниже у этой контрольной группы, у тех, которые потребляли сахар из яблока, показатели были намного лучше, чем от просто сахарных изделий с сахаром.
То же касается и группы, которая употребляла сахар из гуавы. Так что сахар, как мы понимаем, или углеводы, вернее сказать, мы можем получить из очень разных продуктов. И от этого будет зависеть, это вредно или полезно для нашего здоровья. Increase after consuming fast carbohydrates, and they increase less if you. Мы видим на слайде, как быстро реагирует и меняется уровень глюкозы в нашей крови, соответственно, употребляемых ингредиентов, и как повышается от этого инсулин. И если постоянно превышать эти дозы, организм получает большой стресс, и это приводит к большим рискам определенных болезней. Так что важно вовремя отметить уровень инсулина и его снизить. И смотреть, если длинные периоды времени, это может привести к большим рискам. Я уже говорил, что полифенолы, минералы могут помочь транспортировать глюкоз и блокировать усвоение глюкоза. Высокий уровень инсулина – это последовательно завышенного получения глюкоза, и в будущем это большой фактор риска. Именно по этой причине очень важно, чтобы вы придерживались разумной диеты, которая регулирует употребление углеводов. Подводя итоги, я хочу сказать, что самое важное, из чего, из каких продуктов вы получаете углеводы. Потому что очень важно поддерживать в организме здоровый уровень сахара. С другой стороны, обязательно надо получать определенное количество глюкозы, чтобы у вас был нужный уровень, и это обеспечивает энергию в вашем теле. Can be blocked and delayed. И соответствующие вещества гарантируют, чтобы не было слишком много глюкозы в нашем теле. Обязательно принимайте ту еду, которая не превышает употребление углеводов. Спасибо большое доктору за эту информацию и его презентацию. Это информация, которую мы можем, которую, конечно, мы, как PEM International, которые очень серьезно отнеслись и искали решение. Давайте посмотрим видео еще раз. Fitline C balance.
Итак, Fitline Sea Balance. Я очень горжусь возможностью представить этот продукт. Это наш ребенок, ребенок наших команд, долгих длинных лет изучения. И он поможет регулировать уровень сахара в нашей кровяной системе. Итак, что в этом продукте? Конечно, мы PM International, голистическая комбинация. Это комбинация цинка, хрома вместе с яблочным экстрактом и экстрактом гуавы. Все это имеет вторичные растительные вещества и растительные фибры. В составе все то, что помогает уравновешивать уровень сахара. Чтобы вы более понимали, что я имею в виду про углеводы, это продукт для каждого. Это не для специальной группы, у кого повышенный сахар. Нет, это продукт для всей семьи. Это продукт для каждого, кто хочет урегулировать уровень сахара в крови. И смотря на длинные периоды времени, это особенно важный продукт, который работает по системе anti-aging. Конечно, есть некоторые группы в нашем социуме, которые особенно чувствительно должны относиться на уровень глюкозы и сахара в крови. 10% популяции Земли ежедневно борются с проблемами в обмене веществ. Исследование 2019 года подтверждает эту проблему. Более 500 миллионов людей во всем мире, в развитых, особенно в развитых странах, имеют проблемы с обменом веществ и уровнем сахара. Это очень важная, большая проблема. И еще 10% стоять уже на пороге того уровня здоровья, когда уже начнутся серьезные проблемы. И уже доказано, что в 2030 году эта цифра повысится и будет еще плюс 3-5% выше, на 500 тысяч людей. Синергия, синергический эффект. Конечно, вы слышите это слово очень важно, потому что весь продукт выработан по системе синергии. В нашем пауэр-коктейле мы тоже принимаем растительные вещества. Очень важен хром, который идет вместе с экстрактом гуавы и яблока. Это натуральные вторичные растительные вещества. Что это такое? Это витамин 21 века. В мире существует сотни тысяч вторичных растительных веществ: изофлавон, каротиноиды, полифенол. Но полифенол это является синонимом вторичных растительных веществ. Его можно найти во многих продуктах, но не так обработан, как у нас. И у нас еще один секрет, потому что мы сейчас знаем, что это такое: биоактивные вторичные растительные компоненты. И так что балансирование сахара в нашей крови является очень важным процессом, и синергический эффект это помогает балансировать.
Perhaps you can say something about the scientific data. Может быть, коллега, доктор, еще может поделиться какими-то новостями. Итак, мы проводили исследования не только сырья, но и биоактивность уже конечного продукта. И это было подтверждено клиническими исследованиями. You did the test before. I tested our products by myself. А я протестировал продукты сам лично. Я доктор, для меня это было просто. Я употребил специальный аппарат, который мерит уровень сахара в моей крови в течение суток. И вы можете увидеть 12 часов. Я не успел поесть, это был рабочий день. И, конечно, иногда мы бываем очень заняты. Я съел просто один батончик. Но тогда я пришел домой, и вот вы можете наблюдать, 8 часов. Я поехал плотный, очень полный углеводами ужин, но я употребил свой Sea Balance. И я думаю, не найдется человека, которому не понравится результат, приносимый Sea Balance продуктом. Благодаря ему вы видите, что мне хватало энергии и сил работать дальше. Этот продукт регулирует метаболизм углеводов. Очень важно взаимодействие между экстрактами яблока и гуавы, потому что они повышают эффективность друг друга. Это особенный яблочный экстракт, и наши эксперименты, исследования доказывают, что в обеих экстрактах существуют особенные биоактивные ингредиенты. Иногда бывают вопросы, почему именно эти фрукты пошли как ингредиенты в состав этого продукта, потому что мы, комбинируя это, мы пришли к выводам, что именно вот такой состав работает лучше всего. Я могу сказать только одно. Enjoy your carbs. Так что вы можете есть еду, в которой просто углеводы, но не забывайте своевременно употреблять новый продукт. И я уверен, что вам понравится вкус этого продукта. Это свежая гуава, которая точно понравится каждому. Normally, we say, if I test, I'm not really guy in... Я не тот человек, который преобладает лучшими вкусовыми качествами, так что давайте посмотрим, как реагировали на вкус этого продукта другие. Очень экзотический запах, аромат. Вкусно. Аромат. Вау. This is great. This is okay. Wow, I think this is actually one of my favorite products. It's wow, the taste is absolutely amazing. Ja, schon wieder so ein Produkt, was so gut schmeckt. It's very, very good taste. Just wanna drink up the whole thing. Ein Wahnsinn. Muss man einfach austrinken. So, there's only one thing to do.
И то, осталась только одна вещь. Я хочу вам показать, как надо употреблять этот продукт. Я не могу вам объяснить, как его получить. Многие из вас уже его имеют. Так что берете сухой стакан, открываете пакетик. Надо высыпать этот пакетик в стакан. Обязательно вода без газа. Наполняете стакан водой. И если даже написано, что 150 миллилитров воды, я предлагаю вам найти свое количество воды. Я лично наливаю вот столько. Где-то здесь есть 150 миллилитров. И, конечно, мне было очень удобно это делать с моей ложечки из демо-сумки. Прекрасный аромат. Bad luck. There's no way. I can't. Не извините, но я никак не мог ни с кем поделиться. Это было слишком вкусно. Мы приближаемся к окончанию нашей презентации. И хочу сказать, что мы оба более чем уверены, что это продукт, который повлияет на жизнь, на качество здоровья очень многих и многих людей. И это будет та возможность, с которой вы сможете работать. Но я забыл один очень важный момент. Я смешал, я выпил. Но вы должны это сделать. Я предлагаю его употреблять перед тем, как вы будете принимать еду с очень много углеводов. Вы можете выпить 15 минут перед принятием еды, а может быть даже и 5 минут, никаких проблем. Даже если вы съедите, да, вы можете выпить в течение принятия еды. Итак, через 9 лет мы стоим здесь и представляем вам новый продукт. Спасибо и до свидания.